Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Боссы подземелий», так что, вау, 200 кристаллов мы с вами получили, дневной реворд, и у нас, кстати, у нас очень много кристаллов, я думаю, что настало время их потратить, знаете, на что, на суммоны, естественно, на призов, ребят, на что их еще можно потратить. Так, и у нас завтра будет доступно 70 карточек на Shadow Blade. Я считаю, что это очень даже хорошо. И надо будет его поднять, естественно, по уровню. В общем, забираем наш реворд. Так, хорошо. 589 кристаллов, ребята. Шикарно. Так, ну что, где у нас? Ага, вот здесь вот у нас портал. Призываем, ребята. Первого бесплатного для начала начнем за деньги. Что нам достанется здесь? Ключик, пробирка. Херовенько, короче. Так, еще один. И что тут у нас? Опять ключик, опять пробирка. Ладно, хорошо. Так, дайте-ка мне за гемы. За мои кристаллы. Ну, кто нам выпадет? Дайте кого-нибудь хорошего, а я вас прошу. Вау. Ё-моё, это что, смерть? А, это жнец у нас, ребята, жнец. Так, ладно, давайте-ка посмотрим. Так, жнец у нас есть. Также у нас еще фенол токсик есть. Так, Shadow Blade, давайте его немножко прапаем капельку. А, тут буквально по одному разику. Ну ладно, все равно неплохо. Так, кого еще можно? Здесь все нормально. Тут, блин, может быть, нашего жнеца прокачать по полной программе, да попробовать поиграть им, что он из себя представляет. А вдруг классный персонаж? Вдруг он будет тащить? Так что, как говорится, пока не попробуем, мы не узнаем. И, ну, естественно, мы ему будем все эти базовые атаки и специальные атаки тоже прокачивать. Погоди, мне это не нужно. А, ё-моё, ребята, ну да, конечно, у меня закончились деньги. Я думаю, что за фигня? Апать-то еще можно, а вот финансов на это нету. Блин, печалька. Тогда что? Тогда, наверное, мы с вами пойдем, ребятушки, сейчас в основную миссию выполнять. Остальные квесты. Ну что это за гундел? Блин, огненные эволюции. Тут еще... Вот это вот, ребята, я не знаю для чего, но у меня такое ощущение, что мы своих бойцов будем потом прокачивать именно улучшенными вот этими вот жучками, или как я их назвать, даже не знаю. Мотыльками. Они нужны. Но для этого нам что-то будет нужно. Короче, с этим мы будем чуть-чуть попозже разбираться. У нас сейчас главная кампания. Так что поехали, ребятушки. И здесь у нас какие-то... А, так это же... Не, подожди. А, да? Это каменные у нас. Вот так вот мы, наверное, ребята, с вами сделаем. Возьмем Риппера, посмотрим. И Shadow Blade. Если мы сейчас будем с вами рулить, я, пожалуй, эту компашку я ставлю. Хотя мне еще хочется посмотреть на нашего фенола токсического. Так, что у нас тут? О, монетки. Так, и смотрите, у нас здесь, ну, это-то лабуда, понятно. С удара падает. А вот у нас каменные кулаки. Ну, или проще, каменные големы. У меня уже такие есть, так что я не особо волнуюсь. Я знаю, что он делает и что он может делать. Так, готовы. Переходим, у нас тут две волны, ребята, и босс. Интересно, какой босс? Ну, мне кажется, что-то будет, опять же, с гигантом каменным связано. На-ка, выкуси. Блин, посмотри-ка, он против стрел, да и против мечей тоже довольно неплохо стоит. А вот Риппер, жнец, наяривает-то по полной программе. Плюс, смотрите, ребята, у него есть собственный подхил. Он высасывает жизнь у врага при ударе. Это, кстати, очень большой плюс для нас. Вау, Shadow Blade, ты умничка, ты кританул, просто, блин, нифига себе, Риппер, он у нас еще, не забывайте, прокачан не полностью. Слушайте, мне нравится этот парень, я, наверное, его ставлю. Так, что у нас тут за босяра? Ну, покажи свое лицо, Тини. Ну, я был прав, ребята, каменный большой голем. Так, ну что, давайте для начала вот так вот. Ага, слабенько. Ой, как плохо. Ну-ка, жнец, устрой. Оу, ребята, вот это супер удар. Вот это я понимаю. Здоровенной косой, как сиганули по нему. Ну, немножко, правда, отобрали жизни, но, тем не менее, мы подхиливаемся от этого. А это уже большой плюс. Во, лучница, ты молодец. Ты кританула больше всех. Так, Shadow Blade, ты оплошал?
И Рипер просто-напросто разрезает, вспарывает ему живот, и он падает. А это означает только одно, ребята, что победа за нами, и нам достается карточка какого-то безумного монстрика красного. Ну, жалко, только одна. Так, хорошо. Ладно, ребят, накопим, когда 10 штучек, мы посмотрим, что это у нас такое за дикобразик появился. Или появится. Так, это у нас что-то такое. Какие-то... Выполните квесты. В общем, нравоучение. Нам это все не интересно, согласитесь. Нас интересует в данный момент компания. Мы должны продвигаться с вами дальше, зарабатывать карточки. И у нас тут какая-то цитадель. Ладно, вау. Смотрите-ка, какой-то новенький вид монстра. Я такого еще не видел. Я надеюсь, мой жрец с ними справится без проблем. Ну, по крайней мере, я хочу в это верить. Ох, сколько здесь волн. Не слабо. Так, и у нас тут... Ага, викинги. Ясно. Ну, давайте бомбить их. Слушайте, довольно крепкие ребята. Опачки. Они у нас замораживают. Точно, точно, ребята, смотрите. Ну, охламоны. А это знаете, что означает, ребята? Что мы с вами будем пропускать один ход. И это, конечно, не в нашу выгоду. Ну-ка, Рипер. Даже Рипер здесь не справляется. Да, крепкие ребята, ничего не могу сказать. Причем они 7 уровня по отношению ко мне, я-то 9. Ладно, с первой волной кое-как мы справились. Ну а здесь что у нас? Опять же эти хламоны. Нет, смотрите-ка, скелетики. Ну, скелеты обычно фуфлагонщики, поэтому, я думаю, проблем тут не будет их разобрать. Ну, видите, сами они ватные, падают с полудара. Так что эта волна вообще была изи. Продвигаемся дальше. И тут у нас, ага, опять эти викинги. Викинги, да? Или кто это у нас? Или варвары? Ну, в общем, такие вот злые дядьки с молотками. Так, один из них уже лежит, отдыхает под солнышком. Хотя какое тут нафиг солнышко, если мы ходим по подземельям? Так, готовы. Деревянный сундук дают нам, и тут ничего кроме денег и молоточков мы с вами не получаем. Да и фиг-то с ним. Так, а здесь у нас... скелетик... И опять же этот варвар. Ладно, давайте разбирать. Ну, жнец, не под... Блин, жнец, добей его. Молодец, умница. Хвалю тебя. Так, продвигаемся дальше. У нас предпоследняя волна, ребята, и босс уже будет. Так, ну скелета мы сразу снесем. Замечательно. И вот этих вот ребятушек тоже нужно. Скиллы я тратить пока не буду, ребят, потому что сейчас босс. Мы не знаем, кто это будет. Мне кажется, тоже какой-нибудь будет один из гигантских варваров там стоять и поджидать нас. Ну, добиваем Рипер. Отлично, кританул еще на дорожку, как говорится, да? И вот он, босс. Босс, давай, покажи свое рыло. Оу. Слушай-ка, это кто такой? Да, похож на викинга, но какой-то он... Ох, ничего себе! Это что он на меня повесил? Какое-то проклятие там, ребята, висит. Вы посмотрите, мы... В зловонных мухах все какие-то заляпанные. Так, ладно, давайте-ка вот так попробуем. Ё-про-сете. А есть ли у нас тут шанс выиграть? Интересно, не знаю. Нифига, это мы кританули и так отобрали у него. Блин, Shadow Blade, пусть земля будет тебе пухом. Чё-то мне вообще это не нравится все. Да ладно, такого быть не может. Вы посмотрите, мы бьем практически одними критами, и у него хпшки практически не отнимаются. Зато он тут разбирает нас налево и направо. Так, отлично. Что такое? Блин. Нет, должны победить, ребят. Я не прощу, если мы проиграем, ребят. Я огорчусь, упаду в подушку, буду плакать. Да ладно, что он там вытворяет? Все, есть. На 648 последний у нас удар был, практически кританул. И мы победили главного этого хламона. Ох ты, вы посмотрите, какой мальчик-сумоист нам достается. Интересно, что он делает. Вообще здесь прикольные такие персонажи. Каждый по-своему индивидуален. И у каждого свои спецвозможности, спецудары. Что такое? Что это там за это? О, ребят, смотрите-ка, мы получаем... Карточку Леди Нимриэль. Ребята, видимо, это какая-то эльфийка. Такое название, знаете, вот именно как эльфов раньше называли. Вот так же. Так, давайте мы прапаем своего жнеца по полной программе. Я думаю, он будет жарить вообще не по-детски тогда.
Отличненько, все замечательно. Ага, можно еще и лучницу даже. Обязательно будем это делать. Потому что это у нас как основа, ребята, как наш косяк. Shadow Blade тоже, я думаю, стоит. Так, и, наверное, мы будем сегодня играть именно этими персонажами. Хотя вот токсический фенол меня тоже интересует. Мы даже им попробовали... А, нет, пробовали вроде бы или нет. Чё-то я даже не помню. Но в любом случае, ребята, мы попробуем всеми. Все персонажи у нас будут рано или поздно. Мы всех с вами прокачаем и всех посмотрим, кто на что будет способен. Так, отличненько, открылся нам новый материк. Так, четвертая часть, а почему я не могу в нее зайти? Что-то я не понял маленько. Так, что? Что им нужно опять? Я не могу понять. Так, в третьем все выполнено. Сюда не пускает почему-то, замок висит. А здесь что? Так, тут у нас какие-то непонятные... Что это вообще такое? Алхимическая лаборатория, тут что-то... Блин! Слушайте, засада какая-то, ребята, я не знаю. Может быть, нужно всех персонажей мне получить, для того, чтобы перейти? Я пока, честно говоря, не совсем догоняю. Ту-ту-ту-ту. Так, давайте-ка попробуем вот так вот сделать. Ну, как говорится, попробуем пройти еще волну. Может быть, мы что-то там не сделали, не добрали, не получили нужного нам персонажа. Так, ай, как же вы меня бесите. Ну, скелетики-то ладно, они на удар. А вот, вот этот заморозчик меня бесит. Так, отлично. Голем, что-то ты как-то слабовато бьешь, если честно. Слабовато. Так, ладно, у нас здесь очень, кстати, довольно большая будет волна, ребята. Враги тоже такие, ну, скелеты слабенькие. А вот этот вот нервотрепальщик меня бесит. Вообще, по идее, надо бы его в первую очередь валить. Но тогда мы не убьем двух скелетов, а это плюс два дамага будем получать от каждого. Так что лучше так сделать. Так, победа. Еще, вот эта волна и еще две волны, ребята. А потом только босяра у нас появится. Ну-ка. Ой, а тут босс-то у нас кто? Ух ты, это же этот, по-моему. Злой викинг, варвар, который убил мне эльфийку. И, кстати, Shadow Blade он тоже положил. Ладно, пока идем вроде бы неплохо. Даже сказал бы на изи. Так, вот этого пугала уничтожаем сразу. Так, давайте... Оу, заморозили мне мою лучницу. Хреновенько. Да ты отвянь ты от нее уже, а? Достал. Хорошо. Последняя волна и потом босяра. Тут у нас два скелета и этот охламон ушастый. Так, ну что? Рипер, давай его, молодец. Ай-яй-яй-яй. Вот я о чем говорю, ребят. Получаем два дамага, два урона от этих вот скелетов. А могли бы получить всего один, если бы мы их убили в первую очередь. Ну, давай, гаденыш. Надеюсь, мы тебя в этот раз побыстрее завалим. Чувак такой, да? Тоже какой-то варвар, но больно злой. Смотрите, что он такую фигню какую-то бросает в нас? А, ну понятно. Какое-то проклятие чумовое. Опять эти мухи тут летают возле моей лучницы. Жалко, что лучница не может у меня хилиться сама. А вот только за счет вот этих вот пробирочек. И всего лишь по одной пробирке я могу взять на бой, ребята. Это плохо. Ну-ка, давай-ка, косой его. Чик! Слушайте, слабо, очень слабо. 296 всего лишь дамага нанес ему. Так, кулак справедливости. Тоже слабовато. Но зато мы какой-то на него антистат повесили. Так, отлично, 440 кританули. Лишь бы... Нет, все-таки бьет, а? Слушайте, по-моему, блин, Shadow Blade бы у меня, конечно, бы быстрее бы здесь расправился. Так, что это такое вообще? Так, и чего? И что изменилось? Выпили пробирку и нифига не поменялось. Зашибись, блин. Так, давай свой кулак справедливости. Отлично. Так,
Может быть, его скиллом звездануть, ребята, а? Так, это у нас что за пробирка? Я так думаю, что это, наверное, общий подхил, скорее всего. Хотя я могу и ошибаться. Все. Чистая победа. Я надеюсь, теперь-то они меня пропустят. Или что им еще здесь надо? Чего им не хватает? Так, деньги, пробирки тут понаполучали. В общем, полный арсенал. Все нормально, мы прошли с вами на 3 звезды. Что еще надо, я не пойму. Блин, да что они тут пишут-то мне, а? Так, реворд забираем. Ага, оу. Эльдоро. Какой-то новый персонаж у нас скоро на подходе будет. А ну-ка, давайте-ка проверим, что за бред. Нет, ребята, нифига они меня не пускают. Что-то написано, сделать нужно мне в третьей локации. Что-то я не до конца сделал. А что я сделал не до конца? Ну вот у меня тут персонажи открытые, да? Смотрите, первый, второй, третий. А вот здесь вот нет. Хм. Неужели я должен открыть двух персонажей, чтобы меня пропустили в четвертую часть? Ну, здесь логики никакой тогда нету. Так, что же надо сделать-то, а? Я ума не приложу. Блин, эта девчонка раньше, где она со своими подсказками? То через каждую секунду выглядывала, то теперь ее не дождешься. Так, это у нас что такое? Время гоблинов. Херня, короче, какая-то непонятная. Ага, здесь мы можем с вами приобретать всякие плюшки. Слушайте, я думаю, что это нам не нужно, а вот энергии, наверное, надо прикупить маленько. Она нам пригодится. Сколько? 25 рубинов, кристаллов. Так, и у нас 75. Ну что же, хорошо. Так, у нас еще, ребятушки, здесь... Ага, квест выполнился. Хорошо, забираем это все дело. Вау, 10 уровень мы с вами получили. Поздравляю нас всех. 30 карточек. 30 карточек лучницы, что ли, нам дали? Уху-ху-ху-ху. Так, ребят, я, по-моему, застрял тут капитально, блин. Я не могу перейти на четвертую часть. Че за параша, а? Че я не так делаю-то? Все вроде бы на мази. Все как надо, все прохожу, все зашибись. Странно, очень странно, да? Так, ну-ка, что такое Quick Loot? Хорошо, давай посмотрим. Ага. Так, ребята, что-то интересненькое тут у нас. Ух ты! И что здесь? Так, деньги, опыт и пробирки. Так, все, ребят, я понял теперь, для чего нужны были эти ключики. Вот они куда идут. Но за это у нас тратится энергия. Да, много тут не наоткрываешь, конечно, если честно. Так, что в этом? Деньги, пробирки опыта. Хм, ну, в принципе, нормуль. Но меня-то не это интересует, ребят. Меня интересует, что мне нужно сделать для того, чтобы перейти на четвертую часть. Так, может быть, здесь нужно еще полутать маленько. Это у нас якобы быстрое прохождение миссии. Ну, знаете, как обычно, да? Как вот в черепашках там. Нажимаешь на этот, на молнию, и якобы ты уровень прошел, получаешь просто лут, и все. Здесь что-то типа того. Да, ну я так всю энергию растрачу. Ну-ка, давайте-ка, вот. Что-нибудь дали мне, нет? Че делаю, не понимаю. Кликаю куда попадя, блин. Куда не попадя, точнее. Да, и толку никакого при этом. Дайте мне пройти, в конце концов, блин, на четвертую главу. Вы достали, в самом деле. Где подсказки, где чего? Вот тупыри, а. Вы посмотрите, а. Выполните вначале все условия третьей части. Что здесь я, блин, должен сделать? Охламоны вы ушастые. А? Фрукты вы недорезанные. Что я должен тут сделать, блин? Тут вот не открывается, тут вообще непонятно, что нужно сделать, если честно. Минимальный левел не достигнут у меня. А, все, понял, 20 уровень здесь нужен, там, 30-й, 40-й. Ясно, понятно. До этого нам еще расти и расти, елки-палки. До этих 20-х уровней. Так. Quick Loot. Так, ну вот, открыли мы, например, дроп. Ага. Ну, тратим ключик. Получаем сундук, из него выпадает всякий хлам, который нам, в принципе, сейчас не нужен в данный момент. Ёлки-палки, у меня, ребята, 30
26 уже осталось энергии. Ага, сейчас, пожалуй, мы с вами добавимся здесь. Ну. Не, ну хорошо, конечно, что тут выпадают нам пробирки опыта, там всякие вот эти вот яйцеголовые. Надеюсь, будет от этого какой-то толк. Так, что это такое у нас? Ну, понятно. Коллекция героев, их нужно собрать там хренову тучу, чтобы призвать одного. Я задолбаюсь, так честно говоря, если именно этот монстрик нам нужен. Так, погодите-ка. А что тут у нас? Угу. Так. Зашибись, экипируйте руну, написано. Так. Огненные тут. Ага. Ну, давай, предположим. Вот эта руна. Она у нас на атаку идет. Хорошо. Ну, что дальше? Отличная работа, босс. Ну, и что дальше? Отличная работа. Дальше-то что? Так, вы воткнули руну огня. Я получил еще какую-то одну руну, ребята. Так, ладно, давай. Что? А, улучшить ее можно. Ну, давай улучшим. Так, атака плюс 5. Да что ты все... Так, и еще дают нам руну на халяву. Открывается у нас крафтинг рун. То есть теперь, если я правильно понимаю, мы можем с вами эти руны делать сами. Так, ну это что у нас за гоблинки? Так, вот это можем сделать. Ага, теперь у нас есть один такой летающий. И все. Так, вот у нас руны для крафтинга. Боевые, для жизни, для мощности. Ну-ка вот. Ах, вот что нужно им. Не все так просто, ребята, как я подумал для начала. Так, это вообще показывается, сколько у нас какие руны есть. Так, ну, давай, например, улучшим, да? Так, смотрите-ка. У нас растет в данный момент хил. Нифига себе, руночка. 150 к хилу. Это интересно кому? Наверное, какому-то лекарю. Тут тоже непонятно, какие-то эмблемы нужны, материалы. Чтобы я смог... А, это элитные скиллы сделать. О, ё-моё, ребята. Чувствую, мы скоро до такого доберемся, что у меня волосы дыбом станут. 11 уровень уже получили. Нифига, как быстро. Обалдеть, пока тут разбирался, 11 уровень схлопотали. Здорово. Так, мне интересно знать, меня пропустят на четвертую главу или нет. Кстати, у нас, да, еще две руны, ребят, давайте мы их, наверное, сейчас влепим. Так, раз ты у нас, так, по природе, давай мы тебе одну руну природы воткнем. У нас же есть? Есть. Так. Погоди-ка, что-то не то. Как-то по-другому. Ага, вот. Нет, не так. Ага, вот, экипировать руну. Да, экипируем. Вот она. Она у нас уже улучшенная. Все хорошо, все замечательно. Так. И у нас, если я не ошибаюсь, еще есть одна руна. Она, по-моему, у нас синенькая, да, была? Ой-е, ой-е. Что там хрюкаешь, как свинотка? Так, кому бы только ее воткнуть? Может быть, каменному кулаку или... Давайте-ка глянем. А что она вообще дает, а? Это руна. Руна воды. Подожди, а у нас вода вот. Ясиблюм. Давайте-ка сюда воткнем. Она у нас на хпшке, ребята, тоже. Тоже на хп. Так, сколько мы сможем себе поднять? 98 хпшек. Замечательно. Все, пока. Больше вроде бы у нас нет рун. Да. Ох, давай, давай, ребята, делать. Отлично. Мы прапали свою блумку. Так, обилочки. Давай. О, у нее новая обилка появилась, ребята. Ну, это все потом мы посмотрим с вами. Так, тут у нас, ё-моё, Shadow Blade-а можно немножко даже
Прапать капельку. Так, есть что-нибудь у нас? Нету никаких рун, по ходу дела. Все мы потратили с вами, да? Угу, так и выходит. Ладушки. Так, три квеста выполнили. Давайте забирать реворд с них. Так, первый, второй и третий. Эх ты, чуть-чуть. Двух карточек не хватает, чтобы блюмку нашу еще раз прапать. Оу, добро пожаловать в мое подземелье. Так, и что? Что тут такое? Ни хрена не понимаю. Так, это мой отряд, да? Или что это? Или вражеский отряд? Ну, PvP сезон. Так, это уже что-то интересное. Я рекрут. Ну. Так, это что? Я должен выбрать кого-то? Тысяча сто, это что? А, это других, да? Посмотреть. Ладно. Давай-ка вот это глянем. Ну, в принципе, почему бы и нет, да? Смотрите. Хотя... Ну, не знаю, ребят, давайте глянем, как говорится, на пробу. Что это из себя представляет. Я здесь в первый раз, хрен узнает. Что, к чему и почему, и что я вообще сейчас выбрал, и что я сейчас собираюсь сделать. Так, я так понимаю, что это мой отрядик, и мы с вами направляемся... Мы с вами направляемся... Это что, у нас ПВП, что ли? Не пойму. Ребят, по-моему, я себе противничка взял не по уровню. Вам так не кажется? Вы посмотрите, он 11-10, да? Ну, лучница у него там 5-я. 5-й уровень, все, она лежит уже. Ох ты, тихо, не буянь, не буянь. Ё-моё, с обычного удара. Так, я не знаю, давайте подхилимся, наверное, тогда уж. 76 хп, ну... О, не-не-не-не-не-не. Ядрёна ты, Воша, а. Так, чтобы нам-то замутить, давайте так же. Вот так. Блин. Да ты достал уже, а. Каменноголовый, успокойся нафиг. Как это не пробил. Так, ребят, мне здесь уже все понятно. Посмотрите, у меня уже Shadow Blade лежит. Лучница моя лежит. Сейчас они, я так понимаю, Рипера мне хотят разобрать, да? Вот это мы повоевали, ребят. Проверили, так сказать. Ну, херли, если бы я знал бы, что вот так вот будет все, я бы, конечно, все по-другому бы сделал бы. Да, проиграли мы здесь с вами. Но, тем не менее, ребята, мы открыли все-таки этот режим с вами новый. ПВП турнир, лига. Что-то сезона пока нету. Так, тут можно посмотреть повтор. Ясно. В общем, с этим кое-как разобрались. Смотрите, один из всех просто мне почикал, гаденыш. Угу. Так. Сундучок что-то дергается, ну-ка. А вот это что я делаю такое? Reinforce. Блин, все молотки потратил. Чё к чему, для чего, и хрен поймешь. Чё вы радуетесь-то, олухи? Проиграли же, блин. Радуются они. Так, ну что, давайте еще раз посмотрим. Компанию... О, да неужели, блин? Неужели меня пропустили дальше? Ёлки-ты-палки, ну наконец-то. Что надо было сделать для этого, я не понял нифига. Ну, главное, что пропустили, ребят. Так, и кто у нас тут будет нас поджидать? Ага, вы посмотрите-ка, какие-то монстры. Так, скрита упал. Тихо ты, смотри-ка, мне понизили защиту, ужница. Ты-то куда яйцеголовую выделываешься, а? На-ка, получи. Давайте кулаком ярости, справедливости. Бум. Отличненько. Ну что, лучница, давай, бомби. Так, добиваем этого хламона. Сколько у нас здесь, интересно, волн будет? Ага, последняя волна и босс потом. Ну... Ползунки, блин. Что это за фигня? Какие-то оборотни непонятные такие чуваки. Ну, я вижу, они очень злые какие-то.
явно недобрые. По ихним рожам такого не скажешь. Так, каменный голем, что-то ты как-то слабо. Наверное, тебя придется заменить. И у нас здесь босс. А босс, наверное, будет какой-нибудь из монстров, только побольше, да? Ну-ка, появись передо мной. Ох, ё-моё, нифига этот чертик какой-то. Черт или свинья с топором, что с таким. Давай проверим, насколько ты... Ого. Так, ладно. Сколько отнимем? 293, ну это слабенько как-то, согласитесь. Блин, попали по полной программе. Сейчас опять у меня моя лучница отдуплится. Ну-ка давайте к супер ударам. Так, 254, ладно. Так, жнец. 297. 116. Ё-моё, ну пол хп отняли уже, по крайней мере. Так, 297. 116, ё-моё. Вот, пускай лучше бьет жнеца. Он, по крайней мере, сможет восстановить себе жизнь. Но этого не понадобится, потому что, как видите, мои ребята его победили, завалили, уничтожили. О, смотрите, какие уже даются. И нам достается красная руна. Огненная, по ходу дела, да? А кто у нас огненные руны носит? Вообще-то могут все, но вставляться она должна, наверное, в основном это нашему викингу, Радгару. Так, что тут у нас такое? Давайте-ка глянем. Вот он, по-моему. Да, у него стихия огня. Так, и сейчас мы... Так, а на что эта руна вообще идет? Так, подожди, я, по-моему, не сюда залез. Как там делать-то надо? Я уже подзапамятовал. Так, подожди. Ну, например, мне нужно вот в эту ячейку. А, вот оно как. Все, ребят, понял. Эквип. Так, теперь мы должны, наверное, ее прапать. А на что она у нас? А, скилл плюс 3. То бишь, урон от своих суперударов. Я так понимаю. Так, а это эпическая. На 50 уровне будет только доступно. Офигеть. Да. Доживем ли мы до 50-го-то уровня? Хотя, чё не дожить-то? В легкую, елки-палки. Блин, где мне две карточки взять, а, ребята? Две карточки, чтобы я мог поднять еще одну звезду. Было бы замечательно. Я бы не отказался от такого подарочка. А то с одной звездой как-то ни туда и ни сюда, согласитесь. Так. И здесь тоже улучшаем. Все, шикандос. Что-то опять какой-то квест, видимо, выполнили, да? Столько тут заданий всяких, ядро на уж. Запутаться можно. Нифига себе, даже 6 квестов выполнили. Все забираю, все буду хапать. Так. Блин, есть. Вот оно, ребята. Мы получили с вами карточку Блюма. Так что давайте ее улучшать. Надеюсь, у меня все ингредиенты есть, чтобы повысить ее. Так. А, тут вот так вот. А, здесь, наверное, первое можно без... Ну как, не бесплатно, а без всего. А уже на остальные нужные там всякие будут штуки-дрюки. Понятно. Все, я тебя понял. И здесь еще одна карточка, ладно. Так, ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Вам большое и огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, мы увидимся в скором времени в этой же игре, только уже в новых свежих видосиках. И продолжим в нее играть. А на этом все. Всем пока, до скорого и удачи вам.